Ну что ж, начнем. Чтобы избежать скандала в семье, мужчине и женщине достаточно хотя бы раз в жизни поменяться местами. Поэтому представьте, ситуация в магазине. Ну что, Илёк, какую берем? Эту или вот эту? Ну, эту бери. Да как я ее возьму? Ты что, не видишь, что она зимняя? Ну, значит, что? Значит, вот ту. Угу. Я понял. То есть, вообще наплевать, на чем я езжу. Началось, а? Нет, Димочка, мне не наплевать. Да? Тогда какого цвета у меня машина? Серого. Мокрый асфальт! Извини. Ничего. Я как дурак целыми днями эти деньги зарабатываю, а ты даже со мной не можешь в магазин сходить. Дима, вообще-то у нас деньги я зарабатываю. Ты такая мелочная, а? Мы же с тобой 100-й раз это обсуждали уже. Сколько можно? Так ты куда смотришь?